Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их описанием. Вот такое описание нашел в интернете к работе Андрея дель Кастаньо «Успение Пресвятой Богородицы между святыми Миниата и Юлиан». Темпера и золото на панно. Около 1450 года, 150 на 158, находится она в Берлине. 20 ноября 1449 года настоятель Флорентийской церкви Сан-Минато Алитори попросил Андрея написать алтарный образ, изображающий Успение Пресвятой Богородицы со святыми Миниата и Юлианом. К апрелю 1450 года алтарный образ был закончен. Центральная фигура Богородицы изображена в широком темно-синем плаще, нарисованном Андреем с использованием тяжелой светотени, когда она возносится из гробницы на небеса на троне. Из красноватых облаков, поддерживаемых четырьмя летящими ангелами. Гробница содержит розы, цветок, который обычно ассоциируется с Девой Марией. Два монументальных святых по обе стороны от Мадонны также, кажется, парят в условном и абстрактном пространстве. Слева с мечом изображен святой Юлиан, а справа святой Миниас Флорентийский с посохом и короной. Оба святых были изображены в элегантных современных костюмах. Фон был выполнен сусальным золотом. Вот такое описание к работе Андреа дель Кастаньо «Успение Пресвятой Богородицы между святыми Миниата и Юлианом» я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Всего хорошего.